سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хадид ТВ 3. И хотелось бы напомнить то, что мы начали передачу относительно позиции непорочных по отношению к своим оппонентам. И для разъяснения данной темы мы пригласили в гости Худжатул Ислам аль-Муслими шейх Курбана. Шейх Курбан, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Да, с сегодняшнего дня мы обсудили очень много и разных тем относительно данного положения, которое мы с вами обсуждаем. И хотелось бы, конечно же, продолжить, но вкратце я хотел бы напомнить то, о чем мы с вами говорили. И мы как раз-то говорили о том, какова была, ну, в принципе, тема так и звучит, какова была позиция непорочного по отношению к своим оппонентам. Дело в том, что мы наблюдаем в некоторых хадисах, где наши непорочные, да будет им мир, называют своих оппонентов неверными. Но в то же время есть, конечно же, мы упомянули до этого то, что есть некоторые хадисы, где наоборот говорится то, что за ними надо читать намаз, дабы между нами было единство, как мы указали, да, внешнее единство. И, но, к сожалению, также есть хадисы, в которых говорится обратное, да, и некоторые, к сожалению, люди, которые не имеют знания, не обладают каким-либо образованием исламским, к сожалению, они толкуют эти хадисы по-своему, где говорят, указывают на то, что имамы называли своих оппонентов неверующими, кяферами, как говорится в исламе. Но мы указали на то, что все-таки то слово, та терминология, которая употребляется имамами по отношению к этим людям, она отличается от кяфера, который, как понимается в исламе, человек, у которого отсутствует религия, который не придерживается, скажем так, единобожию, или же не признает пророчество пророка Мухаммада, или же судный день и так далее. Вы указали то, что да, есть такие хадисы, но, конечно же, их надо толковать так, как толковали их и понимали их сами имамы. В том числе мы обращались к книгам ученых, где куфр, который приписывается оппонентам непорочных, где под куфром подразумевается именно тот куфр, который расположен напротив именно имана. То есть мы сказали, что у нас есть ислам, у нас есть иман. Иман – это когда человек придерживается, если говорить вкратце, как раз-то пути непорочных, признает их вилаят. И тот, который не признает их вилаят, он именуется как кяфер. Но не в значении того, что он не является мусульманином. И, конечно же, хотелось бы услышать относительно данной темы, что можно сказать в продолжение этого вопроса. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде чем начать, как всегда, приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Спасибо большое. Я хочу кое-что дополнить по поводу напоминания. То есть также вы напомнили, я хочу немножко дополнить и напомнить нашим телезрителям, что согласно исламу, исламскому учению,
мы должны судить о человеке по внешним его проявлениям, по внешним его действиям. А внутреннее содержание вещей, по ним судит только Бог. Бог является судьей в этой области. И так как иман не является внешним проявлением религии, то, соответственно, по иману мы не судим людей. Мы не можем судить людей по иману. Не только это не разрешено, но более того, это практически невозможно, потому что для этого необходимо знать человека, внутренний мир человека, знать то, чем он живет. А эти знания принадлежат, эти знания доступны только Богу. И, конечно же, тем людям, которым Бог дает эти знания. Таких, например, пророки или же имамы. Поэтому по вере человека мы о человеке судить не можем. Мы можем судить его о внешних его проявлениях. Это очень важный момент, что мы часто упускаем. Почему? Потому что мы видим часто людей, которые по каким-то определенным своим догадкам судят о других людях и приписывают им те вещи, которые могут быть известны только Богу. Людям не могут быть известны, потому что являются частью внутреннего мира человека. Это очень важный момент. И, как правило, такие ошибки совершают или же очень малообразованные мусульмане, или же мусульмане, которые недавно приняли ислам, которые еще недавно были на другой религии, еще были не мусульманами. Они, как правило, такую ошибку очень часто совершают, что является очень грубой ошибкой и неправильной. На это надо обратить очень пристальное внимание. Итак, мы говорили о том, что у каждой вещи есть внутренняя и внешняя сторона. Мы говорили о хадисах, в которых, как вы упомянули, оппоненты обвиняются. Люди, которые не принимают учение непорочного семейства, обвиняются в многобожии, в неверии, в отступничестве от религии и так далее. И мы сказали, что так как действия непорочных имамов и другие речи непорочных имамов не соответствуют тому толкованию, которое может понять обыватель, то есть какому толкованию? Его внешнему, его обывательскому толкованию. Когда мы видим такие речи, обыватель думает, что здесь говорится о том, что эти люди не являются мусульманами, не являются, выходят из религии, с ними нельзя заключать браки и так далее и тому подобное, другие положения, которые имеются в исламе. Это толкование в данном случае невозможно по этим причинам, то есть потому что другие речи имамов, как мы уже сказали, противоречат этому толкованию, и также поступки имамов, поступки непорочных противоречат этому толкованию. И мы на предыдущих наших встречах очень подробно разъяснили, что непорочные относились к ним иначе, не относились к ним как к немусульманам, они относились к ним как к полноправным, в самом полном смысле этого слова, к полноправным мусульманам. Относились к ним как к мусульманам, таким же, как все остальные. Поэтому мы не можем толковать это таким образом. Мы должны толковать эти предания, эти хадисы, в которых оппоненты обвиняются в неверии. Иначе мы должны понять, как же правильно толковать, как правильно понять, чтобы оно не входило в противоречие с действиями и другими словами непорочных, так как и та, и другая группа преданий являются достоверными, вне всякого сомнения. И в связи с этим мы упомянули этот вопрос, что любая вещь имеет внутреннюю и внешнюю сторону. Ислам является внешней стороной религии, а вера и иман являются внутренней стороной религии. И при этом каждая из них имеет свою противоположность, которую мы называем одинаково неверием. И говоря о том, что оппоненты непорочного семейства являются неверными, здесь не подразумевается неверие в противовес исламу, а подразумевается неверие в противовес иману, вере, которая является внутренним содержанием религии.
И как следствие выше ранее сказанного, мы не можем судить о человеке по этому критерию, по этому основанию, то есть по иману или отсутствию имана. По этому критерию мы о человеке судить никоим образом не можем. И в пользу этого толкования мы также привели ряд фактов, в том числе понимание ученых из числа последователей непорочного семейства. Мы увидели, что эти ученые все единогласны без исключения. Вряд ли можно найти несколько ученых, которые понимали бы это иначе. Все ученые, ну, по крайней мере, абсолютное большинство ученых толкует эти предания именно так, как мы сказали. И согласно этому не считают оппонентов непорочного семейства неверными. И как следствие не считают их нечистью. Считают, что они являются чистыми. То есть, если вы прикоснетесь к ним, вам не обязательно после этого умываться. Не нужно умываться, потому что они являются чистыми. Это фетва, это религиозное решение большинства ученых из числа последователей непорочного семейства. Почему они подобную фетву издают? Потому что они толкуют этот куфр, это неверие, которое использовано в вышеупомянутых, ранее упомянутых преданиях, толкуют как неверие в противовес вере. Но, обращаясь к этим преданиям, давайте разберемся, что они на самом деле означают, что они хотят сказать. Мы ранее разбирали тот вопрос, что из себя представляет вера, что из себя представляет иман. Мы сказали, что это нечто, относящееся к душе человека. И в связи с этим привели ряд преданий, одним из которых, например, является предание из Усуль-Кафи, второго тома, 26 страницы, например, от имам Садыка, алейхиссалату вассалам, который открыто говорит, недвусмысленно говорит об этом, говорит: «Аль-Иману ма истакарра филь калб». Иман — это то, что находится в душе человека. То есть это не что-то, находящееся в действиях, что-то, что можно обнаружить в действиях. Это душевное состояние человека, душевное деяние человека. И об этом также говорит и аят священного Корана, который мы упоминали на предыдущих наших встречах. Но при этом мы сказали о том, что иногда, обратите, это очень важный момент, иногда иман толкуется как деяние. Например, в некоторых преданиях говорится, что ислам – это признание единства Бога и посланнической миссии его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. А иман, вера – это самое признание вместе с деяниями. Что это означает? Что иман является деянием на самом деле? Конечно же, деяние не может быть иманом, и иман не может быть деянием. Почему? Потому что деяние – это внешнее проявление, а иман – это внутреннее проявление. Так о чем же здесь идет речь? Речь идет здесь о необходимом, речь идет о неизбежном следствии имана. Другими словами, проще говоря, когда имам непорочный говорит, что иман – это деяние, он имеет в виду, что иман – это нечто, что за собой ведет к деянию, что заставляет человека действовать, в отличие от ислама, который не заставляет и не приводит к этому. Другими словами, если вы увидите человека, который не совершает деяния религиозные, не следует религиозным предписаниям, вы понимаете, что у него нету имана. Почему? Потому что иман приводит к этому следствию. И поэтому здесь мы видим явное противоречие между исламским учением и учением мурджиизма, который утверждает, что главная вера в душе, а деяния вообще не имеют никакой роли в жизни человека. Да, как мы часто слышим от некоторых мурджиитов, что главное иметь чистое сердце, благие намерения, но при этом полностью закрывают их, халатно относятся к деяниям. Но это не так.
Потому что если у человека чистое сердце, как они выражаются, или другими словами, если у них на самом деле есть вера, эта вера их заставляет действовать. То есть вера является следствием, необходимым следствием, действие является необходимым следствием веры. То есть не может быть веры, другими словами, я просто повторяю, чтобы это было лучше понято, другими словами, не может быть веры без деяний. Всегда, когда есть вера, есть деяния, благие деяния и избегание плохих и предосудительных поступков. Это очень важный момент в данном случае. Шейх Курбан, я прошу прощения, у нас перерыв. После перерыва мы обязательно продолжим. Все. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После нескольких секунд мы продолжим нашу тему. سلامٌ سلامٌ كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. И хотелось бы напомнить то, что мы находимся на передаче, где мы рассматриваем позицию непорочно по отношению к своим оппонентам. И для разъяснения данной темы мы пригласили к нам в студию Джат-ул-Ислам Аль-Муслимин Шейх Курбана. Шейх Курбан, мы снова приветствуем вас. Значит, мы остановились на имане, и мы сказали, что что подразумевается под иманом. Некоторые могут понять, что это деяние. Но мы сказали, что нет, это не деяние, это нечто другое, которое в свою очередь содержит в себе и деяние, потому что не бывает имана без деяния. Хотелось бы продолжить. Да, точнее, вера, иман является причиной деяния. Конечно, не единственной причиной, я на это хочу чуть позже указать. Но хочу сказать, что не может быть имана без деяния. То есть деяние, другими словами, является неизбежным следствием имана. Но вопрос в другом. Может ли деяние быть без веры? Это ключевой вопрос в данном нашем обсуждении. Я хочу обратить внимание на этот вопрос, на этот момент. Может ли быть деяние, например, может ли человек, не будучи верующим, полностью лишенным веры, будучи полностью лишенным веры, совершать хорошие поступки и никогда в жизни не совершать плохих поступков? Или же просто не совершать плохих поступков? Может ли? Мы говорим, что да, может. Потому что иман не является единственной причиной деяния. Причины деяния могут быть и множество других вещей. Множество других вещей. Например, представьте себе, если приводить простой пример. Мы говорим, что, например, у нас темно. Что может быть, допустим, свет выключился. Что может быть причиной отключения света? Может быть множество вещей. Например, какая-то авария на станции. Или же человек, который владеет этим помещением, он решил отключить свет. Это две разные причины. Но при этом, если человек включает свет, должно быть светло. То есть это не непременно. Конечно, пример может быть немножко с недостатками, но я хочу сказать, что несмотря на то, что человек является причиной того, что освещается комната, но при этом причиной освещенности комнаты может быть и другая причина. Возможно... Шейх Курбан, а что если мы скажем, что отключение света само по себе является причиной
само отключение света является причиной темноты в данной комнате. Да, я это и говорю, что это причина, но не единственная причина. Есть и другие причины, могут быть причины. Допустим. Ну, например, авария на станции. Это же тоже считается отключением света. Это разве... Ну, если мы подразумеваем в общем смысле отключение. Да, да. То да, конечно, но отключение имеется в виду намеренное и добровольное отключение. Ну, неважно, мы не хотим здесь обобщать. Я хотел всего лишь простой пример. Возможно, пример оказался не совсем простым, к сожалению. В любом случае, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что деяние является неизбежным следствием имана. Но при этом иман не является единственной причиной деяния. Например, что может быть помимо имана причиной деяния? Ну, например, человек хочет похвастаться. Это вера. То есть это исходит из веры, из желания похвастаться перед другими. Исходит из веры? Нет, конечно же. Я теоретически рассуждаю, я сейчас не хочу сказать, что кто-то хвастается или не хвастается. Мы об этом не говорим. Теоретически это возможно. Возможно, чтобы человек совершал хорошие поступки и не совершал плохих поступков, чтобы нравиться другим, чтобы казаться хорошим, чтобы казаться добрым и так далее. Это вторая причина. Помимо имана мы видим, что причиной деяний может быть и нечто другое. Можем и третью причину привести. Обычаи и традиции. Что очень часто встречается в религии. Обычаи, традиции. Просто человек воспитан так, но при этом полностью отсутствует вера. Окажись он в другой обстановке, в другой ситуации, в другом окружении, мы видим, что его деяние меняется. И я сам лично очень свидетель очень большого количества подобных инцидентов, когда человек, находясь в определенном кругу, в определенной обстановке, в определенном окружении, совершает хорошие деяния, избегает плохих поступков. Но так как только он выходит из этого окружения, из этой среды, и оказывается в другой среде, в какой? Плохой среде? Нет, в обычной среде, но в другой среде. Он меняется и становится совсем другим. Поэтому мы видим уже третью причину деяний. То есть вера, желание похвастаться, или же традиции, это разные причины одного и того же, то есть деяния. Могут быть и другие причины. Я в качестве примера всего лишь эти две причины привел наряду с иманом и верой. Таким образом, мы видим, что деяние может иметь множество причин, но при этом не может быть деяния, не может быть имана веры без деяний. То есть это неизбежное следствие имана. Это во-первых. Во-вторых, теперь вернемся к нашей непосредственной теме, а именно к тем риваятам и хадисам, в которых говорится, что приверженность учению непорочного семейства является верой. Не исламом, обратите внимание, мы это уже разобрали, что не исламом, разобрали, что верой, является верой, а неприверженность является неверием, является куфром, является многобожием и так далее. Обратите здесь теперь внимание на отношение между верой и приверженностью к учению непорочного семейства. Вера и приверженность к ней, к учению непорочного семейства. Мы обнаруживаем здесь ровно то же самое отношение, которое мы имели между верой и деянием. Абсолютно идентичное отношение. Ровно то же самое отношение. Другими словами, следствием веры является приверженность к учению непорочного семейства. Но при этом приверженность к учению непорочного семейства может иметь и другие причины, помимо веры. Выражаясь другим языком, тот, кто привержен к учению непорочного семейства, может быть и неверным в отношении, в том отношении, что он может не обладать верой. Именно поэтому непорочные, определяя веру и иман,
Порой говорят, что это деяние, а порой говорят, что это приверженность к учению непорочного семейства. Почему? Потому что отношение между верой и двумя этими вещами одинаковое абсолютно. И зачем имамы так выражались? Зачем имамы такое говорили? Они всего лишь хотели дать своему собеседнику, тому или иному человеку, дать какой-то критерий для определения того, что, как веру отличать от неверия. И в каждом конкретном случае, конечно же, его собеседника интересовало разное, разные вещи интересовали. И согласно этому они отвечали за разные вещи. Итак, мы пришли к этому выводу, что если у человека есть вера, он непременно должен быть последователем непорочного семейства, иначе быть не может. Ну, разве что в каких-то исключительных случаях, когда человек находится в полном неведении, в изоляции и так далее. Эти ситуации мы не рассматриваем исключительные ситуации. Мы рассматриваем ситуации, когда человек имеет возможность, ну, обычная жизненная ситуация. Не ситуация, когда он полностью лишен какой-либо информации, связи с окружающим миром и лишен возможности вообще узнать или понять, что из себя представляет непорочное семейство его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому эти ситуации я не рассматриваю. Я говорю об обычной ситуации, вполне нормальной ситуации. Итак, вполне нормальная ситуация, в обычной ситуации, представь себе обычного мусульманина, если у него на самом деле есть вера, то он эта вера его приведет, непременно приведет к тому, чтобы он последовал учению непорочного семейства. Но при этом последователи непорочного семейства не обязательно должны быть верующими. Они могут быть неверными в этом отношении. Это очень важный момент. Мы в итоге к чему привели? То есть без деяния имеется в виду, да? Что? Приверженец, но... Нет, без веры. Нет, без имана. То есть он приверженец, но не обладает иманом. Не обладает иманом. Это исходит из того объяснения, я зачем объяснял отношение между иманом и действием. Мы к этому и вели, что иман является причиной деяния, но деяние имеет и другие причины. И здесь то же самое. Иман является причиной приверженности, но приверженность может иметь и другие причины. Например, традиция. Человек не обладает никакой верой, но он привержен к учению непорочного семейства. Да. Почему? Потому что традиция является в данном случае причиной. Или же другие причины, множество других причин. Множество, их можно вообразить бесконечное количество. Огромное множество. Итак, к чему мы привели? Пришли. Мы пришли к тому, что неверными в том отношении, что в том отношении, которое противопоставляется иману, а не исламу, обратите внимание, не исламу. Неверными могут быть не только, являются не только оппоненты непорочного семейства, но и те, которые привержены учению непорочного семейства. Поэтому в этом отношении никакой разницы здесь нету в этом отношении. То есть, другими словами, возвращаясь к нашей непосредственной теме, мы говорим, как относиться к окружающим нас людям. Например, к оппонентам непорочного семейства, то есть оппонентам, как мы уже сказали, в том отношении, что они не являются приверженцами, они являются врагами. Мы не говорим о врагах, мы говорим о тех, кто просто не является приверженцем непорочного семейства. Как к ним относиться? И как относиться к тем, которые являются приверженцами непорочного семейства? Мы должны относиться к ним по-разному? Мы говорим, что нет. Мы должны относиться ко всем одинаково, как к мусульманам. Но кто-то говорит, ну они же те, которые не являются приверженцами, являются оппонентами. Они ведь названы неверными в том отношении, что они не обладают иманом. Мы говорим, что то же самое касается и тех, даже большинства, обратите внимание, большинства тех, кто является приверженцем непорочного семейства. Что нам теперь делать? Искать с фонарем в руках, с прожектором с огромным на плечах, искать того, кто обладает верой? Ну, во-первых, это невозможно, потому что у кого есть вера, а у кого этой веры нет, узнает только Бог Всевышний. Во-первых. Во-вторых, мы придем к тому, что верующих можно будет со всего мира, со всего земного шара можно будет сосчитать по пальцам.
То есть мы обнаружим, что из миллиарда с лишним мусульман окажется всего несколько сот или же несколько тысяч, может быть, десяток тысяч, не знаю, это известно только Богу, всего лишь верующих, а всех остальных мы, ко всем остальным мы должны будем относиться негативно, враждебно и так далее. Поэтому здесь мы не должны ставить разницы между оппонентом или же не оппонентом. И даже более того, если у нас есть время, к сожалению, шейх Курбан, я вынужден прощаться, хорошо. Но обязательно на следующей передаче мы с вами продолжим. Спасибо вам большое за такое точное разъяснение данного вопроса. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу, но мы обязательно с вами встретимся на следующих передачах, где мы продолжим обсуждать интересную тему относительно позиции непорочных в отношении к своим оппонентам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламун, саламун, камиски л-хитам. Алейкум, ухайба, баная, кирам. Ва ман дикрум, унсуна фи залам. Ва нуру лана байна хаза л-анам. Сакантум фуад.